аплодисментов. Народный артист Советского Союза Владимир Зельдин. Садитесь. Здравствуйте, дорогие моему сердцу люди. Вы знаете, я вот выхожу на эту сцену уже более 70 лет и всегда волнуюсь. С праздником весны, солнца, улыбок. А поздравлю, конечно, песней. Песней, прошу, пожалуйста. Говорят, ты уже старик, хоть сопротивляйся, хоть тресни. Так что привыкай, если не привык. Пенсия, пенсия важнее, чем песня. А люди говорят, пора вещички складывать, теплое белье и посуду. Старостный забор за него заглядывать я и не хочу, и не буду. Люди говорят, пора вещички складывать, теплое белье и посуду. Старостный забор за него заглядывать я и не хочу, и не буду. Капать валидол, греться у огня, злая стариковская доля. Что же сделать мне, если у меня сердце до сих пор молодое? А люди говорят, пора вещички складывать, теплое белье и посуду. Старости того рода него заглядывать я и не хочу, и не буду. Этого нельзя, это не годи. Года мне покоя нагадали. Были как друзья, стали как враги. Я еще поспорю с годами. Люди говорят, пора вещички складывать, теплое белье и посуду. Старости забор из него заглядывать я и не хочу, и не буду. И не буду. Вот так. С праздником. До новых встреч. Спасибо. Владимир Зельдин, браво!